8 августа является Днем кошек, неофициальный праздник, который отмечается по всему миру. В День кошек люди отдают дань благодарности этим животным за их заслуги, демонстрируют им свое почитание и любовь. Праздник создан не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. На планете найдется мало людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. Есть даже наука о кошках – фелинология, подчеркивающая, что кошки умны и полезны. Дмитрий Мамин-Сибиряк. Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке. Как хотите, а это было удивительно. А удивительнее всего было то, что это повторялось каждый день. Да, как ставят на плиту в кухне горшочек с молоком и глиняную кастрюльку с овсяной кашей, так и начинается. Сначала стоят, как будто и ничего, а потом и начинается разговор. Я – молочко, а я – овсяная кашка. Сначала разговор идет тихонько, шепотом, а потом кашка и молочко начинают постепенно горячиться. Я – молочко, а я – овсяная кашка. Кашку прикрывали сверху глиняной крышкой, и она ворчала в своей кастрюльке, как старушка. А когда начинала сердиться, то всплывал наверху пузырь, лопался и говорил: «А я все-таки кашка! Пум!» Молочку это хвастовство оказалось ужасно обидным. «Скажите, пожалуйста, какая невидаль, какая-то овсяная каша!» Молочко начинало горячиться, поднималось пеной, старалось вылезти из своего горшочка. Чуть кухарка не досмотрит, глядит, молочко и полилось на горячую плиту. «Ах, уж это мне молочко!» – жаловалась каждый раз кухарка. «Чуть-чуть не досмотришь, оно и убежит. Что же мне делать, если у меня такой вспыльчивый характер?» – оправдывается молочко. «Я и само не рада, когда сержусь. А тут еще кашка постоянно хвастается. Я кашка, я кашка, я кашка!» Сидит у себя в кастрюльке и ворчит. «Ну, я и рассержусь». Дело иногда доходило до того, что и кашка убегала из кастрюльки, несмотря на свою крышку. Так и ползет на плиту, а сама все повторяет: «А я кашка, 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 пш!» Правда, что это случалось нечасто, но все-таки случалось. И кухарка в отчаянии повторяла каждый раз: «Уж это мне кашка! И что ей не сидится в кастрюльке? Просто удивительно!» Кухарка вообще довольно часто волновалась. Да и было достаточно разных причин для такого волнения. Например, чего стоил один кот Мурка. Заметьте, что это был очень красивый кот, и кухарка его очень любила. Каждое утро начиналось с того, что Мурка ходил по пятам за кухаркой и мяукал таким жалобным голосом, что, кажется, не выдержало бы и каменное сердце. «То-то ненасытная утроба!» – удивлялась кухарка, отгоняя кота. «Сколько вчера ты одной печенки съел?» «Так ведь то было вчера!» – удивился в свою очередь Мурка. «А сегодня я опять хочу есть! Мяу! Ловил бы мышей и ел лентяй!» «Да, хорошо это говорить! А ты пробовала сама поймать хоть одну мышь?» — оправдывался Мурка. «Впрочем, кажется, я достаточно стараюсь. Например, на прошлой неделе кто поймал мышонка? А от кого у меня по всему носу царапина? Вот какую было крысу поймал, а она сама мне в нос вцепилась. Ведь это только легко говорить: лови мышей». Наевшись печенки, Мурка усаживался где-нибудь у печки, где было потеплее, закрывал глаза и сладко дремал. «Видишь, до чего наелся?» – удивлялась кухарка. «И глаза зажмурил, лежи бок.
и все подавай ему мясо. Ведь я не монах, чтобы не есть мясо, оправдывался Мурка, открывая всего один глаз. Потом я и рыбки люблю покушать. Даже очень приятно съесть рыбку. Я до сих пор не могу сказать, что лучше, печенка или рыба. Из вежливости я ем и то, и другое. Если я был человеком, то непременно бы был рыбаком или разносчиком, который нам приносит печенку. Я кормил бы до отвала всех котов на свете и сам был бы всегда сыт. Наевшись, Мурка любил заняться различными посторонними предметами для собственного развлечения. Отчего, например, не посидеть часика два на окне, где висела клетка со скворцом? Очень приятно посмотреть, как прыгает глупая птица. «Я тебя знаю, старый плут!» – кричит скворец сверху. «Нечего смотреть на меня?» «А если мне хочется познакомиться с тобой?» «Знаю я, как ты знакомишься. Кто недавно съел настоящего живого воробушка?» «О, противный!» «Нисколько я не противный. Даже наоборот. Меня все любят. Иди ко мне, я сказочку расскажу». «Ах, плут! Нечего сказать, хороший сказочник. Я видел, как ты рассказывал свои сказочки жареному цыпленку, которого стащил в кухне. Хорош!» «Как знаешь. А я для твоего же удовольствия говорю. Что касается жареного цыпленка, то я его действительно съел. Но ведь он уже никуда все равно не годится». Между прочим, Мурка каждое утро садился у топившейся плиты и терпеливо слушал, как ссорятся молочко и кашка. Он никак не мог понять, в чем тут дело, и только моргал. «Я – молочко, а я – кашка, 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 кашка». «Нет, не понимаю». «Решительно ничего не понимаю», – говорил Мурка. «Из-за чего сердится? Например, если я буду повторять: я кот, кот, кот. Разве кому-нибудь будет обидно?» «Нет, не понимаю. Впрочем, должен сознаться, что я предпочитаю молочко, особенно когда оно не сердится». Как-то молочко и кашка особенно горячо поссорились. Ссорились до того, что наполовину вылились на плиту, причем поднялся ужасный чад. Прибежала кухарка и только плеснула руками. «Ну что я теперь буду делать?» – жаловалась она, отставляя с плиты молочко и кашку. «Нельзя отвернуться!» Отставив молочко и кашку, кухарка ушла на рынок за провизией. Мурка этим сейчас же воспользовался. Он подсел к молочку, подул на него и проговорил: «Пожалуйста, не сердитесь, молочко». Молочко заметно начало успокаиваться. Мурка обошел его кругом, еще раз подул, расправил усы и проговорил совсем ласково: «Вот что, господа, ссориться вообще нехорошо. Да, выберите меня мировым судьей, и я сейчас же разберу ваше дело». Сидевший в щели черный таракан даже поперхнулся от смеха. «Вот так мировой судья! Ха-ха-ха! Ах, старый плут, что только и придумает!» Но молочко и кашка были рады, что их ссору наконец разберут. Они сами даже не умели рассказать, в чем дело и из-за чего они спорили. «Хорошо, хорошо, я все разберу», — говорил кот Мурка. «Я уже не покривлю душой. Ну, начнем с молочка». Он обошел несколько раз горшочек с молочком, попробовал его лапкой, подул на молочко сверху и начал лакать. «Батюшки, караул!» — закричал таракан. «Он все молоко вылакает, а подумает на меня!» Когда вернулась с рынка кухарка и хватилось молока, горшочек был пуст. Кот Мурка спал у самой печки сладким сном и как ни в чем не бывало.
«Ах ты негодный!» – бронила его кухарка, хватая за ухо. «Кто выпил молоко? Сказывай!» Как ни было больно, но Мурка притворился, что ничего не понимает и не умеет говорить. Когда его выбросили за дверь, он встряхнулся, облизал помятую шерсть, расправил хвост и проговорил. «Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до ночи только бы и делали, что пили молоко. Впрочем, я не сержусь на свою кухарку, потому что она этого не понимает».